я продал токен, мне в личку написали цену, все. А, ну это да, это нормально. Не, ничего не будет. А, ну... Сам за открытый аукцион, какая разница, блядь? Бля, я вообще вот этой хуйни не понимаю на Сирусе, блядь. Вот типа, что тема, форум, я могу, ну, мне кто-то может не понравиться, я могу своего рейда его выпиздить с КД нахуй, сказать, ты долбоёб нуляч, иди отсюда. Ну, да, все правильно. Он тему напишет, нахуй, меня забанят. Это такая хуйня. Нет, тебя не забанят. РЛ может кикать, кого захочет на свое усмотрение. Ну да. Надо лут разролить, понимаешь, перед тем, как я кикну. Нет, нет. Ты а ты до лута я его кикнул, все. Ты до лута кикай. И тогда хуй прикинь. Вот если бы он шмотку заролил, ты ему не даешь его кикаешь, вот это да, там тебе пизда было. Ты кинул шмотку, он паролил, и ты потом его кикнул, ну да, тебя за это могут забанить. Да, то есть, то есть я могу налево и направо пиздячить, когда я пацанов вот. Ну, в теории, да, типа. Если ты так сделаешь, тебе дадут бан там на несколько дней до недели, первый раз. А если ты еще и продал вещь, то у тебя изымут всю голду с персонажа. А потом к тебе приедут пацаны на малиновой девятке, блядь. Да не, он пока просто имеет людей кикать, а не прошмот. Без разрыва еще. Ну ты просто понимаешь, будешь ходить рейды, называется, я в ЦВК-25 хожу в соло, потому что у всех я в ЧС нахуй. Не, бля, ну. Ты тут больше. Не, есть такие, я помню на X2, на X3 были такие типы, которые там заработали черную репутацию, они просто видят этого чувака и говорят, ну нахуй, удачи тебе, соло, собирай себе. Так Лякич такой есть. Все, это да, я вернулся. Да. Так, надо бы на игроку. Телерамика? Ну, я не знаю, Рид, ты тут? Блять, я не тебе пишу, не читай то, что я пишу. Да, да, смешно. 3, 2, 1. Типа, залево направо? Так, осколки падают так же примерно, как осколки у Ланира, да, я так понял? Ты, короче, с Холищем типа допизделся уже, я так понял, да? Ну, а чё мне, ну, блядь? Потанчить лича тогда в мишке, да? Да, это я знаю, типа, это забей, ну, камон, Эдик. Ну и все прекрасно знаем это, как можно многих вещей избежать здесь. Каких? То, что я буду танчить в мишке, этого не избежать. Да, мы вообще о своем говорим, забейте. Да нет, просто тут интересные разговоры идут. Мы говорим о Сирусе. Типа, я типа думаю, заебись было бы забрать. Так, короче. Короче. РДД везде, блядь, у меня метки опять замагались. Или какие там печеньки. Шкаф тыкните. Кстати, когда у нас второй рейд идет? Будем смотреть. Смот. Ох, есть время. Я хуй знает, вы и так топ ДПСеры, должны терпеть, блядь. Даете нахуй больше, чем я, нахуй. Я 13 тысяч с лагами дал. Ты сама, блядь, которая должна терпеть, нахуй. Нихуя себе, блядь. Не, я говорю, да ты и так, совы терпят, совы терпят. Я так говорю. Совы терпят до Т5. Да. Вот, блядь, вот только за это и надо пиздить у вас, Талик. Я тогда совы говорю, дайте мне толкануть, блядь. Не, так а что, Талик это хороший типа обвес для Т5, бери, конечно, по-любому. А хороший тренер? Да там пацаны не верят в моего танка просто, блядь. А я бы на самом деле оставлял ЕП, они через месяцок откроют ХМ-ку и там бы забрал. Да при чем здесь, блядь, не верят в твоего танка, нахуй? У нас одна сова, блядь. Я не добираю сов больше просто, нахуй. Что ты хочешь, сове, все. Бля, мне, кстати, тоже сказали медведь не делать. Я бы тоже медведем играл. Ну все, давай делать и будем свечиться, если что.
Ну, там Элим есть, там АДК, Амирай здесь. Давай Терчи на полубав. Поехали. 3% меткости есть, это ж правда. Холи шит, бежал снова. И выносим, почему? Или так же? Нет, чему в крест выносим? Не буду спеть. Чё по луту? Холи что? По луту там с профа еще 36 минут. Поехали. Холи что? Холич. Что, опять вылетел, что ли, блядь? Ладно, ну, похуй, без него. Без него прыгнул. Да. Он придет, если что, там здесь полететь, ничего. А, он срочно АФК 2 минуты написал. Ну, уже больше прошло, похуй. Стойте, РДД везде. Шаркарю только подъебало, не подходите, будет в кресте танчиться, когда чуму вносить. 3, 2. Бля, редега не каркай нахуй. Забираешь только. Вижу. Чума 2 секунды. Блин, раш, крест. Диспелл. Угу, все, дебил. Чего вы не диспелите его? Лю нахуй. Пристань, алё нахуй. Его сдиспелил сейчас. Я не буду диспелла. Нихуя вы его не диспелили. Ребахнули локи быстрее. Ладно, Макас. Полоку баф быстрее. 300 бафом есть все за бафом. Лапку. Дал. Эдик. Диспел. Угу. А забери не мультидоты, бомбой. Или что вы там делаете? Че, шаркарь будет новый? Шейк раз убили. Фонарик диспел себя. Угу. Подводи и сразу после призыва ордлака к нам в РДС на босс. Ты все хорош, стой. Перебежали на ту платформу за звездой мистерии. А бля, что, не работают оковы на шаткаре тут? Не. Нет. Под гневным подъебало не подходим. Стоим за спиной гневным. И танков диспелим. Поет, поиграй и по сверка. Все, диспелил, иду в рейд. Следующего заберешь. Бежал снова босс, потому и от рейда там отводишь его, чтобы не задумал. Не знаю. Шарик не работает такого, что за хрень?
На гранате. По гневному дали максимум урона, сейчас переходка будет. Сферку главное добить, там две штучки. Все, переходим. Сферу добить. Сферы не зайдите только. Сферу, блять, милики нахуй под гневного подходите. Гневного быстрее добили. Локи портала переставили на краю. Бьем босс. Керу дайте. Геру, шамана, алё, блять. Валька, Настя, дай и гнев небес. Дали, по валькам сыграли, дали вы. Осквернение разбежались. Разбежались осквернения. Восквернение не прыгаем. Прохил. От синерицу отошли. Ванишем сбрасывает. Дальше босс убьет. Ты делать мне хоть друг. Разбежались по малому кругу. Отваль сразу отходим. Никому осквернения. Череп подбегаем. Не стойте в куче, ребят. Ушли с подваль, ушли с подваль. Пристены, отошли от пристены. Отошли от пристены, быстрее. Я в кучу. По трусам надо сыграть. РДД в трусы. И, блядь, и дальний ромб. Ромб, милики, блядь. Быстрее в ромб сыграли все, блядь. Дай и сокру фонарь быстрее. Прохил Рискалиса и Ринда. Ринда подхильте, блядь, на вальке. Все, лича в центр обратно ставь. Осквернения разбежались, вынесите адекватно. Батя, у тебя портал, надеюсь, стоит или нет? Хуй его знает. От синерицу отошли. От череп отошли быстрее. Ну, блядь, уйдите быстрее оттуда, алё, нахуй. Отверни лича от осквернения. Станьте все за спину ключу, быстрее. Прохил батю. Батю прохил. Блядь. Короче, меня можете не снимать, звезду. Трусы тоже можете не пить. Там уже Север умер, блядь. Трусы эти... Не надо печеньку бить, Серый. Мне портал. Осквернения разбежались. Осквернения разбежались. Разбежались осквернения быстрее. Босс, поехали. Бой, дай БР по... По... Север. Он один, видишь. Ребаф на белок. За спину ключу все стали, сейчас вальки будут. Дамажим босс. Играем по боссу, валик не бьем. Сейчас только после валика осквернение вынесем. Все, осквернение вынесли, ушли с подвали. Ушли с подвали, осквернение вынесли, играем по боссу. И босса веди в сторону валь. От ангармастера отошли. Ну иди оттуда, подушечка, уйди, пожалуйста, блядь, солнышко! Пизду нахуй, блядь. Силы летят прям в лужу. Да и пух. Должна осквернение попасть на фазе. Босса все бить. Ее не зыбку под фазу. Да, и этот глюс окру, плюс и мана лед дадите. Бейте босса 1%. Все край, все на край. Давай сокрой из баунд. Мана лед. Блять, не пропало нахуй. Пизда. Еще и забежали. Блять, подушечка нахуй. Блять, забежали, ну, там три человека нахуй. Прям в лужу упал. Я хуй его знаю. Ты либо, блядь, да, отбегай от черепа, нахуй, либо просто нахуй убеги, спрыгни нахуй вниз, блять. Блять, ну из-за тебя вайпаться, нахуй, ну вообще, сука, не хочется, понимаешь, на? Подвалик, во-первых, не выносит, блять, осквернения, нахуй. Во-вторых, блять, метка череп, нахуй, это звоночек, что не надо докастывать, блять, каст, нахуй, а просто убегать, блять, быстрее. Оттуда, нахуй. Чтоб мы не вайпались. Есть масс-рис какой-то? Ну лежите, я рис. А тут только валик не сагрит, кто побежал там, типа. А то полчаса будем тут сидеть без.
Наверное. Эдик, вставай, выбухавайте, клубав парень, да. Ты поздно выбегала, блядь. Ты стояла прямо в черепе, блядь, когда выносил рог, блядь, осквернение. И ты еще каста, и ты еще кастишь при этом. Рога не доиграл, не нажал ванер. Неужели прибыли наконец света? Мне бросить ледяную. Ну только вот тебе точно ебало не стоит открывать. Вообще заткнись, сейчас буду истерию пока тут давать. Давай, давай. Дайте фонарю инистерию, не пожалеете. Топ ДПС будет. Это нахуй, две секунды. Свепс. Диспал. Все отлично. А маленький ты что, дамажить научился или ковать опять зашел? Это клиф ебаный. Блять, там чума на урдалаке фонарь. Забрал. Видишь. Синрейц выбежал. Все, иди бей. Берегитесь. А у нас пал отлетел. Похуй, хильте без него. Реслен, чума. Подводилище. Перешли на платформу. Тут дух уродливый вылез, блядь. Это Мирая, если что. Теперь это Мирая, блядь. У тебя другой, у тебя с шлемом вылазит. Кумкат, на тебе две нитки. Она не забирай следующего дня на себя. Милики, блядь, когда перебегаем, блядь, гневному подъебало не подходите. В вот дерево ты... нахуй 4 человека сдохло бы сразу. Не пейте красивого духа. Ну и уродец. Сферу добейте. Сферу, не подходите к сфере.
Геру дайте, шаман. Под босс все стали за спину. Настиг них небес. По валькам сыграли, дали уе. Сквернение разбежались, сквернение разбежались. От фонари отошли. По малому кругу разошлись. Фонари опять не те. Отошли от него. Меня можно не разбивать, только прохильте. Пейте печеньку и трусы. Ром, прохильте только заражение сейчас, блять. Прохильте, пожалуйста, мне сдохну. Все, спасибо. Сквернение разбежались. Это было мирая. От пристань отошли. Отошли, отошли от пули. За спину плечу стали быстрее. Вальки. Настя, стань. По валькам свечной. Осквернения разбежались. Разбежались осквернения быстрее. Фонари отошли. По валькам сыграли, доехали. Ебать пробил. Прохил. Безжалостно. Подводили чак край. Сюда, к звезде. Пьем леща. Спиваем до осквернения. Дамажьте больше 1%. Все, на край все, на край, на край, на край. Сокрой из баунта маналю. Быстрее. Перешли. По сферкам помогай играть Бентли. Отошлись, пушлись под ебало от гнева. Будем в сторону обрыва лицом поворачиваем. Не прям так, не прям так, наискать буквой В английский. Следующий огневой. Дети сало. Даже дух уебищный. Сало, сало. Не спальнул. Вот так, понял, что ты стоял? Бок? Да, ну, да. Не знаю. А я на зиму держу, чтоб нас не задувало двоих, понял? Ай, хорош. После этого гневного следующего убьем, нового, который. Товода уешь. Следующего нового гневного убьем. Забери дух. Переходим на краю, стоим. Сферы добейте. Сферам не подходи, Мирая, блядь! Гневного добили быстрее. Сейчас жатву прохил, главное. Веди на край. Добили гневного. Сейчас жатва. Прохил Ринда. Ринда прохил. Ринда прохил. Ты, блядь, Лича нахуя в центр отвел, скажи нахуй. О, баг. Он тут танчит. Забагалось. Все, стой. Один дух, похуй. Осквернение вынесли по краям. Осквернение вынесли по краям. Разошлись. Не стойте кучно. От подушечки отошли. Подушечка, беги. Волк, отойди, блядь. Быстрее. Не прыгайте, сука, уебки нахуй. Стоим пока ждем. Да, блядь, да подведи ты ему краю, блядь. Ну, ебаный в рот, нахуй. Нахуй ты его в центре танчишь, блядь. Не было команды, я без команды. Я первый... Осквернение по краям. Осквернение по краям, потом за лечом бежим. Осквернение по краям. Отошли от безжалости. Я под бабом заберу. Блять, ну ты мог в другую сторону. Там сейчас кто проходил. Но... Ладно, за спину быстрее ключу. Отверни Лича, пожалуйста. Что ты делаешь? Мышка, за спину ключу все.
Холиши, ты прохил. Осквернение по краям. Аккуратно, слева лужа, блядь. Не зайдите в осквернение. От ринда отошли. Блядь, ну уйдите оттуда быстрее. Ой, господи, блядь. Настя, иди лови. Холич, беги оттуда. Да все, похуй на него. Лужа, осквернение, лужа. Разбежались. Дангермастер отошли. Блять, вы не можете от черепа отойти, нахуй? Ребят, ну чё за хуйня, блять? Вы, блять, не видите метку или что, на? Хули вы там постоянно вдвоём, нахуй, тусуетесь, я не могу понять. Тем более, это осквернение не сразу кидается. Швеп, слови тучки, пожалуйста. Пиздец, блять. Вагоны, нахуй. Все, не переводи тут, добиваем. Веля допрохил. Уже вынесли? Блять, осквернение, нахуй, только надо разбежаться. Осквернение, разбежались. Хотя, и бейте, похуй, набьем сейчас. Не встаем. Вайпнул тебя. Не понял, кто тебе диван не дал? Не вынес. Что, получается, не Фениксу минус ЕПСа не убьет, да? Ну давай. А раньше от ревностного, ну, от этого ваншота можно было спастись ревностным. Было же золотое время. Да, именно так. А у него, я помню, мы как-то оставались, у него один хп оставался, я помню. Ну, не добивался. Ну, один хп оставляли. В Гере, по-моему, или где, я не помню. На X2. DPC накручивает, смотри. Ну, какой DPC, похуй на DPC. Я полбоя проебывался. Благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Сундук не открывайте, только на. Сейчас вас резнет. Шкаф тыкните сразу и сомнем углю. Тыкните шкаф, сомнем углю, сундук пока не открывайте. Так, 13 минут с профа надо, вот потом сразу разжалить. О, глюк ролик еще, блядь, пришел. Выпал скол? Грабехи нет. Грабехи нет, точно. Блять, ну и говно выпало, это просто пиздец. О, топчик выпал, блядь, топчик нахуй. Какое же говно эта ссылка, фу, блядь. Митрия со второй руку фонаря. Хоть что-то, бля, Редега. Почему не дробяха выпал? А резину на протопал сделал. Так, поехали. Паладин же чернокнижник токен. Не надо. Настя, мне паладин же чернокнижник еще один. Прямо около сундука. Правда, сундука уже нет. У меня тут лузеров знабой, но буду ролить то, что... Короче, это... Все подряд. Примесим хватает. Пристойный обмен. Вот эту хуету кто-то когда-то носил вообще, вот эту парашу дробящую. Что-то отхил там какой-то, блядь.
Надо кому-нибудь это хуйня, последнее желание. Говорят, дерьмо нет. Это, ебать. Нет, это вообще третий раз подряд падает уже, или четвертый, не помню. Третий вроде. Говорят, что это протопало, что-то носили, типа. Какая дровочь, блядь. Опять паладина женщина книжник. Токи. Да говно, блядь, хуже этой эпохи реально, походу, нет. На характере. Пристойный обмен. Мой охотник шаман. Речь обмен. ТПЛ. Ты осколок упал? Не, не упал. Опять 0 РД дешмота, судя по ИП. Холич вылетел? Давайте что-то. Уже реальные цифры. Чё тут 20к всё? Ладно, хуй с тобой, нахуй. Давай, Холич, 40. Битва титанов. Тут Холич зайдёт, да? 50 тысяч сразу, да. 40. Ну давай, Войт, ставь 52. Пусть не, пускай ставят, нахуй. Пошли. Я на каждую шмотку, нахуй, просажу, нахуй. Принципиально, потом, нахуй. Китай, блин. Изи, просто. А чё ролили? ТБЛ. Талик. 51 тысяча. Я за 10к заберу во втором рейде. Ага, 7 раз. Так за 8 забрали в прошлый раз. Алло, блядь. Сейчас возьму за 12. Да, это... Ты там по майну, на. Ага, Эршамна. Подожди, за сотку забирать, что ты там, какие там офф ставят, Акума сотка. А Холич куда ИП просадил? Че он забрал? Мне уже больше было. Блин. Кому посох? Ну что квест в этом? В 25-ке? В смысле, ты поставил там на мейн роль, а ты написал на уф 200 штук. Там на мейн забрал, пердру. Ну тут я согласен.